Так. Масочка. Ой, что это такое? Появилась новая какая-то масочка. Хорошая. Все, подключайтесь. Подключайтесь, присоединяйтесь. Ура, сердечки. Всем привет, мои хорошие приветики, пистолетики. Не забываем танцы. Я уверена, что как только все это закончится, мы с вами вновь будем танцевать под Бузову, с Бузовой. Ну а пока, наоборот, ну а пока мы с вами встречаемся ежедневно в моих прямых эфирах, которые уже получили название «Утренник с Бузовой», о которых уже пишут в СМИ. То есть мы с вами так или иначе немножко создаем историю, да? Можно же так сказать? Можно так сказать. И сегодня, что у нас? Сегодня вторник, погода просто отвратительнейшая, и слава богу, потому что я представляю, как тяжело вообще, в принципе, сидеть дома, а когда еще солнце светит, спасибо большое. Вот у природы нет плохой погоды, но слава богу, что у нас оттягивается весна, в полном понимании этого слова, что у нас холод, ветер, и лучше из дома не выходить. Давай останемся дома, тем более сейчас это как никогда актуально. Не буду вас грузить моралью, мораль иногда просвечивается в моих сторисах, когда я призываю всех оставаться дома и никуда не выходить. Как мне идет желтый? Так, ну желтый по какому поводу? Значит, я солнышко. Я дарю людям счастье, позитив. Любовь, отличное настроение. Сегодня я уже разыграла телефон. В моих сторис победила девушка Лена. Она уже исписалась мне в директ. Так приятно дарить вам вот такие моменты, мгновения. Спасибо вам огромное за вашу сумасшедшую активность. Я очень надеюсь, что мы будем периодически такие конкурсы устраивать для того, чтобы вам дарить подарки. Более того, мы с Машей Погребняк запустили один флешмоб, в котором мы будем помогать материально, и завтра на моей странице вы это все увидите. Итак, все, что я могу делать для вас, я делаю максимально. Правда, круглосуточно, нон-стопом стараюсь разукрасить ваши будни. А сегодня я это буду делать не одна. Ко мне на утренник заглянет Тимур Батрутдинов, хотела сказать. Тимур Родригес. Только что мы с ним созвонились, списались. Он должен сейчас меня уже лицезреть и написать комментарии. С Тимуром мы виделись, наверное, в последний раз года два назад в Баку, или три даже года назад. Но сейчас... О, Тимур, ловлю тебя. Ловлю. Привет! Тут все вертикально, привет! Сейчас я встану так, чтобы тебе было видно. Погоди. Давай, а я пока масочку включу, а то у меня отключилась масочка. Вот. Ты понимаешь? Ты подглядел мои сторис? Конечно, я всегда с тобой подсматриваю. Поэтому ты тоже петь начал. Естественно. Я начал делать это в 83-м году именно потому, что я подсматривал за тобой. Слушай, смотри, как получается. Ты стоишь, а мне для того, чтобы с тобой разговаривать, приходится вот так делать. Оля, какой бы частью тела ты ни оказалась в камере, нам всем будет от этого только хорошо. Так, ну позволь, я присяду. Конечно. Я знаю, что хочу тебе сказать сегодня. А ты где? Я в детской. Повыше. Вот так. Меня вот так должно быть видно, как раз я в детской комнате. Подложи что-нибудь. В детской комнате милиции причем, понимаешь? О, вот. Вот. Привет. Привет. Слушай. Да. Да. Я хотел тебе сказать. Я думал, что я скажу это, конечно, один на один. Но сейчас очень много людей за нами подсматривает, но я не могу тебе об этом не сказать. Да. Я еще ни разу, никогда в жизни ни с кем не выходил в прямой эфир. Да
То есть ты моя первая. То есть я у тебя первая? Вообще, ты понимаешь? Ну тебе повезло. Я, понимаешь, надо начинать с тех, кто умеет это делать. Надо опытную девочку было найти, понимаешь? Тебе повезло, потому что ты сразу залез в топ, понимаешь? Я не ради этого, конечно, это сделал, но я наконец-то смогу с тобой поговорить, понимаешь, по-человечески, в течение долгого времени. Потому да. что твой телефон у меня давно есть, у тебя есть давно мой, мы ни разу за это время, понимаешь, не созвонились. Вот сейчас мы вот это делаем. Вот ты знаешь, на самом деле, только я сегодня об этом думала с утра, я часто вообще в последнее время думаю, Тимур, и я, честно... Я тебе вот серьезно хочу сказать, это чистое сердечное признание. Это тяжело. Да. Это да. тяжело, потому что когда у тебя уже налажена жизнь, и ты все делаешь, то есть ты вектор задала и прешь. Конечно. Понимаешь? Конечно. А тут мы находимся в абсолютно для нас непривычных условиях, и я постоянно думаю, у меня мозг работает, я устала. Оля, ты знаешь, с другой стороны, учитывая то, как много ты была на виду у людей в начале своей карьеры, 20 да. в сутки, мы фактически сдвигаемся как раз к тому состоянию, когда за нами можно наблюдать уже по нашей собственной воле. Да. И плюс ко всему, ты понимаешь, да, то есть твои эфиры, которые сейчас вошли не только там, в топы Инстаграм, и о которых пишут СМИ, твои эфиры именно и есть то, что каждого из нас сейчас спасает вот от этого удручающего состояния. Потому что, по сути дела, несмотря на то, что мы сейчас говорим друг с другом, мы параллельно говорим всем тем, кто за нами наблюдает, да. что реально все хорошо, вы дома и делаете какие-то вещи полезные и приятные для себя, которые вы никогда бы не сделали, у вас не было бы на это времени. Но, Тимур, согласись, что мужикам проще на карантине. У тебя жена да, нам есть... не надо выщипывать брови, не надо красить волосы, не надо ходить на маникюр. Ну, мужикам надо ходить на маникюр, конечно, чтобы они, если пальцы не обглодывали. Но не обязательно. Не обязательно. Можно вот так щипчиками постричь и все. Конечно. Я говорю просто о тех мужиках, которые, понимаешь, выходят в эфир, что-то трогают, им нужно показать какой-то продукт, а если у тебя откусанные пальцы, никто на это смотреть не будет, на этот продукт. Ты понимаешь, твои пальцы сколько раз ты пожевал. Да, да. А мы, понимаешь, а мы должны готовить, мы должны стирать, должны убирать, мы должны еще более-менее как-то прилично выглядеть. Маникюр пока еще держится, но я не знаю, что будет через 2 недели. Но окей, мы справимся, мы сможем, мы вместе, мы держимся. И спасибо тебе огромное за то, что согласился принять участие. Я рад тебя видеть. Я по секрету расскажу. Оля написала мне во время съемки. Оля один из первых людей вообще в России, один из первых артистов, кто бросился на амбразуру. И первое время, когда уже, собственно говоря, нам говорили, ребята, надо защищаться, продолжала ходить на съемки, продолжала делать какие-то вещи, понимая прекрасно, что с одной стороны это опасно, с другой да. стороны, кому, как не артистам, делать все возможное, чтобы вам, уважаемые зрители, было... Думать, было интересно. Было... Конечно, конечно. Поэтому я так скажу, я тоже был на съемках, мне Оля написала, и я понял, что мне нужно срочно вырваться со съемок. Это как раз, кстати, был мой предпоследний день съемочный. И все. Я понял, что следующий выход в эфир реально будет только с тобой. Ну все, мы с тобой наконец-таки в эфире. Ты дома, ты на карантине. И мы с тобой, Тимур, на самом деле это прикольно, потому что хочется поболтать, хочется все расспросить, хочется Конечно. Узнать все. Конечно. И это здорово, потому что я начинаю знакомиться наконец-то с людьми. Это очень хорошо. А ты знаешь, последняя шутка звучит следующим образом, что люди испугались того, что им придется целый месяц провести в одном помещении с теми, с кем они обещали провести целую жизнь. Всю жизнь, да. Да-да-да. Что это такое, скажи? Ну, это вот, понимаешь, ты пока с женой не поругался? У нас было несколько попыток, вот, но мы пока держимся. Вы пока держитесь. Да. Все, держитесь, мы тоже держимся. А вы всего? Слушай, мы нет, мы как-то, мы не ругаемся. Потому что у вас еще по-прежнему, понимаешь, конфетно-букетный. Конфетно-букетный. Вас спасает. Да, у нас конфетно-букетный, сейчас у нас, правда, не конфетно-букетный, сейчас у нас
каша манная, бутербродная идиллия. Я тебя понимаю. Но все равно стараемся друг друга радовать и даже устраиваем романтические вечера дома и ходим в кинотеатр, в гостиной, на дискотеку, в спальню. То есть все нормально. На променад в коридор, да, я помню. Да, да. Так, Тимур, мы можем с тобой сколько угодно болтать. Я предлагаю начать уже с тобой играть. Я подготовилась. Серьезно? Я к себе, вот у меня был особенный подход. То, что будет сегодня с тобой, не будет ни с одним гостем. Хотя я уже знаю, кто у меня будет завтра, кто послезавтра. Ты просто в сливки сейчас будешь собирать. Итак. Ты знаешь, что написал, кстати, наш общий друг Саша СТ? Сашка СТ, да, ему большой привет. Несколько недель назад я выпустил трек на карантин, которые расхватали на цитаты, и в результате я, естественно, в благодарности своим подписчикам, которые очень много начали выставлять свои сторис, я начал их репостить. Ну, потому что я всегда благодарен. И, короче говоря, их стало так много. И у тебя было больше сторисов, чем у меня. Да, и он так и написал, угадайте, чьи это сторис, Бузовой? Нет, Родригеса. И я понял, что я медленно, но верно приближаюсь, понимаешь, к тому, что ты создавала все эти годы, понимаешь? Вот это шаблон правильный. Да, и как раз-таки это очень правильно, и мой вопрос будет, игра такая, разминочка, давай разминочку у нас. Давай. Разминка как раз будет связана с твоей песней, которую ты недавно выпустил. Ты поешь в ней «Хочу с тобой на карантин», «Хочу тет-а-тет», «Хочу один на один». Да. Я честно, я вчера ее слушала, но я забыла мотив. Хочу с тобой, на карантин. Хочу один на один. И пусть от страха бьет адреналин, пусть под нами горит подоконник, по кровати ковролин. Ни алкоголь, ни никотин. Все, можно, все. Ну, короче, я могу концерт дать в твоем эфире. Нет, это замечательно, концерт это тоже круто, и, кстати, подумай об этом, потому что я думаю, что мы... Я тоже делала, но мы для, все для наших людей. Итак, смотри, в своей песне ты пел «Хочу тет-а-тет», «Хочу один на один». Ага. Итак, игровая разминочка. Если бы на карантин можно было взять только одного человека, либо один предмет из двух, кого бы ты выбрал? Итак. И объяснить, почему. Хорошо. Первый вариант. Давай, Киркоров или Басков? Я выбираю Филиппа Киркорова. Почему? Потому что, когда Филипп Киркоров говорит слово «прокляну», оно звучит страшнее, чем из уст Николая. Прокляну. Хорошо. Варнава или Собчак? Варнава. Потому что мы с Катей очень близки. Да. Я аккуратен, я так же, как с тобой, аккуратен. О нашей близости знают и ее Костя, и моя Аня, поэтому мы близки, как друзья, но максимально близки. Ну, а у Собчак ты мог бы что-то о ней узнать, может быть, ты с ней бы тоже стал близок. Я боюсь, что в какой-то момент... Я боюсь, точка! Да, да, понимаешь, в чем дело? Я боюсь, что в какой-то момент времени, если бы я даже смог подавить свои эмоции, я бы ей, может быть, надоел быстрее, чем она мне. Понимаешь, я бы все время о чем-то ее расспрашивал, тарахтел, как, понимаешь, как обычно я это делаю. Как обычно, да. Заткнись, а потом полоснула бы кокосом по горлу, понимаешь? Хорошо, согласна. Собчак, нужно встречаться редко, точечно и метко. Да. Но мы работали с Ксюшей очень много раз, поэтому, видишь, наши редкие встречи, они гораздо полезнее. Да, кстати, Ксению Анатольевну Собчак я тоже жду в своем эфире, она это прекрасно знает, и она обещала, что в ближайшее время она со мной тоже потетотечничает на утреннике. Дальше идем, Тимур. А мучное или сладкое? Блин, ничего себе. Ну давай сладкое. Сладкое. Молодец, чтобы мозги работали. Да. Интернет или музыка? Музыка. А как? Бузова. Тоже музыка. Дай пять. Нет, а интернет? Ну, я тебе так скажу. Интернет, я сейчас подумал об интернете как о средстве, которое крадет мое время. Хотя, с другой стороны, в интернете как раз музыку я в последнее время ищу и смотрю. И с помощью интернета можно и музыку писать, и наушники подключать. Да, да. Ну, короче, я болван, я понял. Чисто сердечное признание в эфире, Тимур, болван. Ну и последний вопрос, сейчас он такой будет. Сложный. Мигель или Даниэль?
Ох, нифига себе. Это никогда, никогда не закончится однозначным ответом. Мигель Истанцев, я имею в виду. А Даниэль-то откуда? Просто я объясню нашим подписчикам. Мигель и Даниэль так зовут сыновей Тимура, правильно, да? Да. Я еще знаю фотографа Мигеля. И танцора Даниэля. Ну, короче, их много развелось. Ну, кого бы ты взял? Я бы, если отбросить моих сыновей, вот, на пару часов в другую комнату, от них тоже можно устать. Я же отец, я же тоже могу устать от своих детей. Я бы, наверное, с Мигелем отправился на остров. Это было бы классно. Слушай, но... Да. С ним всегда весело. Он ржачный, да. Ржачный, он непредсказуемый. Вот. Плюс ко всему, ты понимаешь прекрасно, что как минимум ты не дашь себе остаться в плохой форме. Потому что ежедневные танцевальные репетиции. Слушай, ну я посмотрела, как ты занимаешься. Я проштудировала твою ленту вчера, когда готовилась к нашему эфиру. Ты на спорте, ты молодец. Спасибо. Я стараюсь. Я еще до этой стадии не дошла. Я пока. Оля, давай с тобой договоримся. Когда закончится карантин, мы первым делом с тобой поджимаемся так вдвоем. Я обещаю взять тебя на спину и поджиматься. И это если дама разрешит. Я у Ани спрошу. Но мы к этому времени, они уже от нас так устанут, что разрешат все, что угодно. Это согласна. Я не уверена, я не уверена, что ты меня выдержишь на своих хрупких плечах. Да? О чем ты говоришь? Ну давай, все, давай, договорились. Договорились. Идем дальше. Разминочку ты прошел, идем дальше. Скажи, пожалуйста, ты сейчас так внимательно меня слушаешь. Я просто хочу сказать, что я Тимуру ничего не говорила. Единственное, что он сделал, это он подготовил карточки с песнями, да? Да. Ого! Это мел, между прочим. А, ну у тебя же дети есть. У меня вот я нашла какие-то... У меня уже огрызки, если честно. Надо купить ничего блокнот. Страшного. Ничего страшного. Надо экономить бумагу, понимаешь? Это тоже важно. А ты запасы сделал? Бумаги. А какой бумаги? Сейчас идет речь, мне интересно. Ты эти тоже не выбрасывай после игры. Неизвестно, сколько нам еще на карантине сидеть. Я не выбрасываю. У меня все карточки остаются. Они сначала были большие, потом я начала экономить. То есть, понимаешь, а у меня на этот случай есть еще обои вот дома. А у меня салфетки. Все. А у меня есть книги, но это в последний момент. А у меня есть... 3 ванны. Я могу в душ сходить, если что. На этом мы закончим разговор про 3 ванны. У меня тоже есть ванны. Их тоже, наверное, 3. Ну, просто все так тщательно начали скупать эту бумагу, что я не... Ну, реально, я реально не поняла. Я как идиотка. Я тебе серьезно. Я как... Ну, реально, как идиотка. Пошла тоже, закупилась бумагой. Понимаешь, это стадное чувство. А потом подумала, ну ладно, бумаги не будет. Но есть же вода. Водиться, есть мыло. Конечно. В конце-то концов. Конечно. А ты знаешь, кстати, я сейчас расскажу и тебе, и всем, кто нас сейчас смотрит, изначально для чего китайцы покупали бумагу. Потому что, когда ты отрываешь маленький квадратик от рулона, ты можешь им, воспользовавшись, открыть дверь, смять его и выбросить. Можешь что-то протереть. То есть они именно по кусочку это использовали, не по тому назначению, о котором думали все. Прикинь? Да. Нам пишут сейчас, пока я тебя слушала, я просто ничего не поняла, что ты сказала сейчас. Это смешно. Мои дети также меня периодически слушают. Вот так, да. Я что-то несу, а они в этот момент уже, пошли поиграли. Кто это? Подожди. Что? Что это? Вы что здесь делаете? Работаем. Подожди. Сейчас. Подожди, не уходите. Подожди. Я не ухожу. А что вы... Мне? Нет, я у вас уже был. Вы у меня были? Когда вы у меня были? Я сейчас умру. Я у вас уже был. Подожди. Примерно с двух. Как вас зовут? Он у меня был. А как вас зовут? Как-то зачем? Вы у меня были, а не говорите, как вас зовут. Я сейчас умру. Понимаете? Я говорю, у вас был. С двух до четырех ночи примерно. Ты сейчас хочешь узнать просто имя человека. Ну, спасибо большое, что вы были такие незаметные. За что ты говоришь спасибо? Может, тебе не понравилось, ты же спала.
Слушай, он окна мыл. Спасибо он большое. Ну ты представляешь? В следующий раз, когда я к кому-нибудь тоже проберусь без предупреждения, я скажу тоже, я мыл окна. Это отличная отмазка. Ты представляешь? Значит так, если нас сейчас смотрят мужчины, я понимаю, что многие из вас, наверное, устали на карантине, кто-то поругался с женой. Если вдруг, ну не дай бог, я сейчас не призываю, говорю, вдруг вам захочется там как-то уйти, отвлечься, я не призываю. Вы идете к другой женщине на свидание, свидание может заканчиваться по-разному, просто бокалом вина. Если вас спросит жена, где вы были, скажите, что вы мыли окна. Идеально работает. А мне сейчас пишут комментарии, отправьте его мне. Какой симпатичный, мне тоже надо окна помыть, понимаешь? Ну ты представляешь, многие что... сидят дома на карантине в одиночестве, и у многих окна не мытые уже год-полтора. Ну ты представляешь? Да представляешь, как я испугалась? Просто какой-то человек сползает по моему окну. Ты проверь потом после эфира другие окна. Может быть, они облепили всю квартиру, понимаешь? Может быть. Он теперь знает, что здесь я живу. Ну, как минимум, твои окна тогда будут самыми чистыми, если будет ходить. Так, ну что, это была какая-то отвлекательный маневр от нашего с тобой, отвлекающий маневр от нашего с тобой эфира. Идем дальше. Мы с тобой будем играть. Тимур, ты очень быстро говоришь. Я быстро говорю. Да, и я даже не знаю, почему принято считать, что у Канделаки самый быстрый говор, потому что мне кажется, ты бы ее переговорил 100%. Да. И я хочу сейчас проверить твою технику речи. Вот ты мне скажи, а ты в школе, когда учился, ты любил читать? Обожал. Правда? Конечно. Всегда. А какой ты стоял по физкультуре по месту? Ближе к двери, вот к выходу. Ну, последний самый, ну, да? Я был либо последним, либо предпоследним, да. А я, представляешь, всегда первая была. Я была самая высокая. Да. Каташи были? Да, я была... Ну, у меня 1,78 м был уже, вот сколько там, в 5-м классе. Я сразу... И ты сейчас должна была добавить, я всегда хотела на физкультуру на каблуках. Нет, я могу сейчас добавить, я всегда была первой. Это круто. Так, что мы сейчас будем с тобой делать? Мы с тобой сыграем. Я хочу проверить наяву, действительно ли ты умеешь хорошо и быстро говорить. Но давай. Не просто так, чтобы не думать о словах, а у тебя есть книжка поблизости какая-нибудь? Ну, я в детской, здесь дофига книжек. Сейчас я схожу, посмотрю. Какую-нибудь взять. Ну, давай вот эту. Так, давай. Давай. Вот есть книга, которую мы сейчас считаем сыновьями. Вот ого. Она. История конца, которой нет. Очень крутая книга. Берите на заметку. Итак, открывай на любой странице. На любой странице. Ба-бам. Так. Я засекаю насчет раз, два, три. С красной строчки. Красной строчки. Знаешь, что такое красная строка? Да, пока да. Пока. Я уже живой, но я еще что-то помню. Вот, я тоже. Я сама удивилась, что я такие слова знаю. Так. Ну, типа на... Камон, у тебя золотая медаль, если я не ошибаюсь. Серебряная. Серебряная? Да. Кто не дал Бузовой золотую медаль, горите в аду. В общем, с красной строки читаешь, я засекаю 15 секунд и говорю «стоп». Да, а хорошо. Потом мы считаем, сколько ты слов успел прочитать. Давай. Читаешь вслух. Да. Итак, на старт, внимание, марш. Они пошли по следу героя НРЭК, отвинулись совсем в другом направлении. Ведь цель их была помочь Бастиану найти путь в его мир. Но с тех пор Бастиан стал размышлять о том, что же он наделал, придумав для героя НРЭК этого дракона. Конечно, герой НРЭК нуждался в чем-то, против чего он не мог бороться и тем самым показать себя. Но это еще вовсе не значит, что он победит дракона. А что, если смерть одержит над ним победу? И в каком ужасном положении оказался принцесса Мама? Ничего себе! Поэтому я с 15 лет пользуюсь успехом у женщин. И рост в этом не помеха. Главное хорошо, быстро жестикулировать и читать. Да. Считай слова. Сколько слов получилось?
Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять, двадцать шесть, двадцать семь, двадцать восемь, двадцать девять, тридцать, тридцать один, тридцать два, тридцать пять, тридцать шесть, тридцать семь, тридцать восемь, тридцать девять, сорок, сорок один, сорок два, сорок три, сорок четыре, сорок пять, сорок шесть, сорок семь, сорок восемь, сорок девять, пятьдесят, пятьдесят один, пятьдесят два, пятьдесят три, пятьдесят четыре, пятьдесят пять, пятьдесят семь, пятьдесят восемь, пятьдесят девять. 6, уже 60 было, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82. Короче, так. Подожди, где остановился? Сколько? 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95. 95 слов за 15 секунд? Так, а мне интересно, сколько я смогу? А ты сможешь? А я не знаю, мне нужно сначала книгу найти. Подожди, это отдельно. Давай. Подожди, мне нужно книгу найти. Книга. Сейчас, в спальне. Класс. Зависли? Зависло, у тебя волосы развивались, и ты оставляешь на стоп-кадры какие-то фазы. Нашла! Вот учитесь, как Оля это делает. Если зависает камера, она продолжает улыбаться. То есть нет такого, что она пошла, о чем-то задумалась, а камера зависла, и там вот такое лицо. Она пошла и улыбалась. На тот случай, если зависнет, чтобы она... Да. Идеально. Давай. Нашла книгу. Давай, я могу взять время, чтобы ты не смотрела на часы. 15 секунд, да? Да, 15 секунд. Называется книга «Прежде всего, любовь». Хотела ее очень прочитать. Вот надеюсь, что как раз-таки когда-нибудь я до нее дойду. Итак, открываем. Я хочу выиграть у тебя. Пожалуйста. Давай. Я не против. Я не думал, что ты захочешь состязаться, но я... Во-первых, это уже... Мне интересно. 95 слов, это же офигеть. Давай. Раз. Давай. Два. Три. Если ты не хочешь... Он опять тут. Ой, подожди, я сейчас умру. Скажи ему, пусть он прочитает вместо тебя. А вы опять ко мне пришли? А куда вы? На крышу? Офигеть. Вам не страшно? А ты ему скажи, а мне страшно. Пусть он поможет тебя спасти. Помашите ручкой. У-ху! Спроси у него, какой у него инстаграм, сейчас на него подпишется 20 миллионов человек. Скажите ваш инстаграм, на ваш сейчас подпишется 20 миллионов человек. Кирилл Улы. Все? Там еще кто-то есть. Есть, у меня он подсобник стоит. Ой. О, здрасте. Мне страшно, он какой-то маньяк. Вот. Дала человека надежду и тут же ее забрала. Кирилл Лэп, вот. В принципе, достаточно. Он вот уже... девчонки. Он уже третий раз моет мои окна. Ты знаешь, если люди подключились только что, ты про какого-то мужика говоришь. Он уже третий раз сегодня моет мои окна. Он уже третий раз сегодня ко мне заходит. Да, и должна закурить после этого была. Ты знаешь, сейчас это было очень смешно, когда начала читать, потому что в моем детстве была очень смешная история. Значит, в лагере, в пионерлагере, объявили конкурс. Значит, вышла девочка на сцену и сказала: ребята, а сейчас у нас конкурс для тех, кто умеет говорить скороговорки. Давайте попробуем все. Да, давайте. Она говорит: я хочу пригласить на сцену человека самого смелого, кто сможет три раза подряд сказать фразу «Король орел». Король орел, смажете? Кто сможет? Я король орел. И она побежала на сцену, я все аплодирую, и она выходит, и первая, что она говорит: король орел, и все просто умирают. Ты будешь пробовать еще раз?
Тимур. Мне кажется, они просто захотели славы, узнали, где ты живешь, и поняли, что в это время Оля Бузова проводит утренники. И это единственная возможность, понимаешь, отрекламировать свое вот это альпийское бюро и еще набрать себе каких-нибудь красивых людей. Слушай, и по поводу... Все, давай, я не буду отвлекаться на него. Давай. У меня ты есть. Просто тут смотри, какое начало. Если ты не хочешь заниматься со мной сексом, это что за книжку я взяла? Это руководство к действию, если вдруг в вашу дверь, ваше окно залез альпинист и говорит, давай. Если не хочешь заниматься со мной сексом, дай хотя бы я помою твое окно, понимаешь? Так, и давай. Да. Засекай. Погнали. Давай, 3, 2, 1, старт. Если ты не хочешь заниматься мной сексом, возможно, мне стоит начать... На... Давай, подожди. Я этим занимаюсь очень давно. А ты начала только сейчас. Тебе простительно. Давай третий вопрос. Давай так. Я быстро читаю про себя. Давай про себя. Сейчас проходит 15 секунд, ты говоришь, я уже, в принципе, всю книгу прочитала. Давай остановимся на том, что ты крутой. Почему? Ты хочешь посчитать? Ну давай. Давай. Просто такие слова, если не хочешь... Давай, все, погнали. Давай, раз. 3, 2, 1, поехали. Если ты не хочешь заниматься мной сексом, возможно, мне стоит найти человека, который захочет. Именно так говорит мне Нолан, когда утром в понедельник я в очередной раз ему отказываю. Именно я этим первым делом сообщаю Эмми, сев на белый диван в офисе Миддлтани во время нашей ежемесячной встречи. Эти слова крутятся у меня в голове весь день, пока я пишу срочный ответ о ходатайстве, о представлении документов, готовлюсь к слушанию по ходатайству, о выставлении иска без рассмотрения, пытаюсь договориться. Все? Да. Я думаю, что там было примерно как раз 95 тоже, где-то. Слушай, ну тут у меня такие слова, ходатайство. Ходатайство, такой... секс вообще, я не понимаю, что происходит. У меня просто были длинные слова очень. Ну я вот столько прочитала. Это очень круто. Отсюда до сюда. Да. Тогда... Это первый раз вообще в жизни, когда в одном абзаце встречается слово секс и ходатайство. Тогда я предлагаю, что мы будем считать, что я выиграла. Почему бы и нет, понимаешь? И хочу напомнить нам всем, что мы все-таки до карантина были певцами. Да, я вообще очень скучаю по сцене. Я думаю, что ты тоже. У меня для тебя задание. Тебя задание. Значит, ты должен спеть прямо сейчас припев своей песни «Хочу с тобой на карантин», но все гласные заменить на букву «А». Ага. То есть из серии «А». То есть, например, «Привет, Тимур». «Прават, Тамар». А понимаешь, у меня первое слово «хочу», сейчас будет слово «хача». Сейчас я чувствую, что-то с нами делают после этого. Хочу-хача. Да, например, да. Смотрите, да. Хача с тобой на карантан. Хача-т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 а-
Адреналан, паспатнамасарат, падаканят, полпроват, я ковролам. Какой кошмар! Мы уже вызвали скорую, скажите, пожалуйста. Скорая приезжает? Какой кошмар! Какой кошмар! Это... сложно, ты понимаешь, что может сломаться голова реально? Ковролам! Хача стабай на карантан. Хача стабай та-та-та-та-та. Хача адан-адан. Анан Адан. Страхабад, адреналан, паспазнамасаранпанаканак, палкрова, аковролан. Все! Кошмар, все! 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 Ой! Я не могу. А ты, кстати, я тебе хочу сказать по поводу, значит, музыки твоей. Значит, у меня вопрос, почему ты выбрала поп-музыку? Ведь в твоем имени и фамилии намеки на то, что ты могла заняться
либо классикой, либо жестким рейвом. Ты не понимаешь, о чем я говорю? Ты про секс говоришь? Нет. Но я про него всегда думаю. Вот смотри, если взять твое имя, Оля. Оля. Ты по-любому должна была заниматься классикой. Знаешь, как это? Ну. Сейчас. Это Оля. А теперь Бузова. И либо в классе надо было идти, либо... Бузова, 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 Бузова. Понимаешь? Вот что это такое. Слушай, ну я... Ты заплевал весь экран. Но я свой экран заплевал, не твой. Это понимаешь, это сразу... Сейчас я протру. Когда ты делаешь битбокс, слюни неизбежны. Но у меня так. Такого не... Я уже поняла, что ты очень хорошо работаешь ртом. Ротовой полк, во всех... как есть. Да, во всех направлениях. Вот, мне пока нравится мое направление, но я хочу тебе сказать, что я буду развиваться, потому что я уже и рэпчик читаю, Бузова, тоже музыка, ты слышал эту песню, да, вот, и видел, и слышал, с Бастой у нас был такой фит, он написал для меня песню, вот, и сейчас буду экспериментировать, но я жду окончания карантина. В конце концов, понимаешь, он когда-то же закончится. Когда-то закончится, когда? Все сразу вернемся к нашим зрителям и будем поднимать настроение уже не на расстоянии, а вот если на расстоянии, вытянуть руки. А пока мы не вернулись к нашим зрителям, предлагаю наконец-то уже сыграть в нашу игру. В нашу игру. Итак, все к нам подключайтесь, мы сейчас будем вместе отгадывать песни. О! Так, кто первый? Давай ты меня показываешь первое. Давай. Ой! Первая. Давай ты мне показываешь первое. Первый. Так, один. Один. Один выбираем? Да. Один. Хорошо, карточка номер один. Я показываю песню. Давай. Маленькая. Мало. Мало. Мало, 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 мало. Огня. Мало половин. Да! Я просто не стал показывать тебе так, чтобы ты сразу не отгадала. А ты пока... Я поняла. Показал, разделил. Я не стал показывать половинку вот здесь, потому что, я не знаю, может, нас дети смотрят. Мало. Я хочу сейчас на секунду прерваться и, знаешь, что сказать всем, кто нас смотрит. Мы с Олей знакомы очень реально давно. Да. Много лет назад, когда Оля еще не была королевой Инстаграма. Только потому, что Инстаграма на тот момент не было. Не было. Его еще не придумали. Оля пришла на программу, которую я вел с Олей Шерест. Которая называлась «Крокодил». Да. Это одна из самых смешных историй в моей жизни. Я не знаю, помнишь эту историю или нет. Я помню, помню. Там на первом туре, значит, еще один ведущий показывал участникам карточки. Их нужно было максимально быстро, значит, слова, которые оказывались на карточке, нужно было быстро объяснить своей команде. Это было жутко стрессово, потому что, 5 секунд на каждую карточку тебе нужно прям максимально быстро сосредоточиться и показать. И Оля, значит, показывает. Стакан, она же показывает. Стакан, да, стакан. Показывает, значит, я не знаю, холодильник. Она показала холодильник, съела. Да, да, холодильник. И так вот несколько слов подряд, и тут ей показывают, а я вижу все карточки, ей показывают слово «весло». И что делает Оля? Она делает так. И мы с Шевес просто умираем, потому что мы не понимаем, что еще происходит. А Оля продолжает вот делать вот так. Ее команда тоже ржет, и мы не понимаем, что происходит. И когда она остановилась, они так и не отгадали. А что я показывала? Да, почему ты показывала это? Там же было весло. Ты говоришь, а я показывала весело. Это было очень смешно. Я... Это самая знаменитая история со съемок «Крокодила». Я показывала весело. Весело вместо весло.
Ну, потому что стресс, естественно, карточки быстро меняются. Что там? Весело! Это истерика, ты понимаешь? Слушай, спасибо, что ты мне это напомнил. Я надеюсь, что сейчас я буду правильно читать то, что я сама же написала, и тебе буду показывать, нормально. Я угадала. Счет 1-0. Давай ты. Давай. Карточка номер 2. Хочешь офигеть? Да. Что? Весело было себе показывать. Так, сейчас современная песня. Да, я угадал. Да, хорошо. Эй, я Оля Бузова. Эй, 25 миллионов подписчиков за неделю. Ура! Хорошо, что, Классно. Я не знаю, как показать. Зачем ты выбрала эту песню? Но она классная, потому что... Смотри, смотри. Да, смотрю. Здесь хорошо. Тут здорово. Здесь так красиво. Я перестану. Что? Сегодня в клубе будут танцы. Подожди, сегодня нет такого слова в этой песне. Просто я не знаю. Зачем? Да. Сегодня нет такого песни. Такого слова нет. Блин. Так. Все, давай. А, да. Все, сегодня. Что сегодня? Сегодня здесь. Сегодня тут. Хорошо. Здорово. Классно. Классно. Офигенно. Офигенно. Смотри на меня. Что я сейчас делаю? Я на тебя уже 45 минут смотрю. Так, все, ушла. Ну и не будем играть, друзья. Раз Оля ушла, пришла, вернулась, настала. Что? Блин, что? Я сейчас посмотрю. Если подписчики тоже не угадают, но я плохо объясняю. Я не знаю, как эту песню объяснить. Блин. Сегодня будут танцы, написали, да? Я так и пел. Нет. Но это не она. Все сейчас в огне пишут. Это то, нет, смотри. Да. Пришла. А, пришел. А, приходил. Приходил, пришел, приходила. Пришла. Пришла вчера. Пришла. Да! Пришла вчера. Вчера. Слово, первое слово вчера. Нет. Пришла вчера. Есть такие слова. Пришла вчера. Приходил. Оторвала голову на. Самый лучший день. Да! Да! Вчера. Да! 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 Я понял. Да, да. Блин, ну это сложно. Приходил вчера, да. Это сложно показать, согласись. Офигеть. Но это было классно. Видишь, ты, сколько активности у тебя было. Ты уже и на кухню сходила, незаметно поела. А сама, как бы, понимаешь, сделала, что ты пришла. Ты не подглядывал? Куда? Ты сам? У меня же свои карточки. А, все. Куда мне подглядывал? Самый лучший день, вот, Лепс. Класс. Твой, кстати. Мой, да, большой друг. Да. Твой, кстати, смешно послушал. Твой, кстати. Ну, твой. Да. Кстати, поздравляю с таким дуэтом. Это вообще... Спасибо большое. Это очень круто и классная песня. Спасибо большое. Мне очень приятно. Идем дальше. Так, давай. Какую карточку? Три. Три. Карточка номер три. Ты... Я в маске. Карантин. Хочу с тобой на карантин. Да! Хочу с тобой на карантин. Хочу. Офигеть, как ты быстро угадываешь, я не понимаю. Ты просто хорошо показываешь. А, ладно. Так, ну ты помнишь
моей программы, как я хорошо показываю, да? Я не могу об этом забыть, понимаешь, уже сколько лет. Ну, я стараюсь, правда. Я хочу, чтобы все выигрывали. Так, давай, давай. Ты. Так. Ты. Чего? Давай. Я, давай, карточка цифру. Номер один. Так, карточка номер один. А, давай. Я. А-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Да, смеюсь. Ты смеешься. Не смешно. Не смешно. Еду, еду, не смешно. Вышло, да. О, привет! Как дела? Как дела? Что нового? Где ты был? Как зовут таксиста? Да, привет! Я Uber вызывал, что Яндекс.Такси приехала. Туга! Привет! Привет, как дела? Вот эта песня. Не смешно. Что, а почему не смешно? Не смешно. Важно это слово, не смешно? Там есть такое слово, не смешно. Или песня не смешная. А, не смешно, типа, не весело, не грустно, грустно. Не, не грустно, не типа, не ха... Что это за... Я, да, близкое это, значение. Это типа рядом, это типа рядом. Типа рядом, я понимаю. Но это не песня «Привет, как дела», правильно? Нет, 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 нет. Смотри. Да, смотрю. Начало ты угадал. Да, да, это давай. Это не смешно, ты сказал. Да. Дальше, да. Дальше. Да. А, ты зашла куда-то. А, я понял. И, то есть про таксиста я не зря говорил, да? Это не шутки. Мы, да, мы встретились с маршрутки. Да, 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 да. Да, да. Ну, ты классно показала. Видишь, я даже водителя Uber узнал. Его зовут Олег Бек. Айова, Айова, это Айова. Не шутки. Мы встретились, да, в маршрутке. Класс. Фу. Давай, какая карточка? Так, давай пять. Пять, карточка пять. Карточка 5. Где моя карточка 5? Раз, раз, два, три. Вот, 5. Давай. Это давай. Будет очень, очень будет быстро, потому что я придумал для тебя самые простые песни. Давай. Я люблю тебя до слез. Да! Я не стал тебя загружать сложные песни, потому что если бы я придумал какую-то сложную песню, мы бы угадывали полчаса и заняли бы этим эфир. Понимаешь? Мы бы не смогли узнать, как ты быстро работаешь ртом. Вот. Мы бы не узнали, что... Я могу перезагадать песню, если хочешь. Нет, я выиграла. Я выиграла. Все, все. Я, видишь, как ты хорош. Я люблю тебя до слез. Да. Класс, класс. Давай ты. Давай. А я только что показывал. Да, давай ты, Миша, твою карточку называй. Карточка номер 4. Давай. О! Давай. Классная песня. Ага. Что случилось? Помогите! Что происходит? Господи! Я не виновата! Один! Один чувак залез в окно! Помыть мое окно! Смотри! Да. Ты расстроена, да? Ты в смятении. Ты потерялась. Я ищу. Ищу. Что случилось? Что случилось? Что? Что такое? Один. Раз. Один раз вот сады. Один раз не. Да, да. Смотри. Да. Так. Ты закрылась. Я закрылась. А, да, тебе грустно. Да, плохо, тебе грустно. Ты одна. Одиночество. Одиночество, сволочь? Да! Да! Нифига себе! Да! Да! Я нормально... Слушай, скажи мне честно, я нормально показываю? Сейчас как к врачу пришла. Скажи, пожалуйста, я нормальная? Все хорошо у меня? Ну, знаешь, как ты можешь спрашивать, хорошо я показала, нет, если я отгадал? Ну, ты отгадал, молодец, молодец, хорошо, молодец. Хорошо, я все понял. Все, давай дальше. Давай дальше. А какая карточка? А, давай 3. Карточка номер 3. Ага.
Так, а три была уже. А, да, тогда четыре. Тогда четыре. Карточка четыре. Поехали. Давай. Я разговаривать плыву. Я говорю, плыву. Я говорю, я бла-бла-бла-бла-бла. Звук, звук. Рядом голос, голос. Тараторка. Курица, гусь. Я курица. Только признание за буквально за несколько секунд. Вот если я говорю, что у меня изо рта выходит. Звук, звук, голос, звук. Рядом, рядом, да? Ноты, ноты. Ноты, 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 ноты. Бляха-муха. Посмотри. Что это такое у меня изо рта вылетает? Что? Ты говоришь. Так, так, Слово. Много слов. Много слов. Много слов. Что? Плыву. Пью. Воду. Да. Водица! Водица! Моя песня! Свои слова! Водица! Слушай, я просто не думала, что ты мои песни будешь загадывать. Твои слова, водица, конечно. Твои слова, водица, так не годится. Ты разводил умело, но я не хотела разводиться. Блин, клёво! Круто, что ты мои песни загадываешь. Только я их не отдам. Я хотел сделать тебе приятно. Ну все, я отгадала. Гадала. Осталась последняя только карточка. Так, ты мне сначала говори. Давай, карточка номер один была? Да, была один, была два, была... Давай. О, давай. Давай. Ага. Так. Я плыву по воде. Шагаю, гуляю. Гулять по воде со мной. Да. А я в воду войду. Да! Это она? Да! Алла Борисовна! Мы видели воду! Понимаешь, какая между нами разница? Ты стоишь, а я на коленях сижу. Видишь, какая между нами разница? Разница! Какая большая разница! Вот. Ты реально стоишь, а мне, чтобы попасть к тебе в кадр, я на колени сажусь. Да, а я просто телефон, Оля, высоко поставил, понимаешь? А ты вот так сделал, да? Конечно. Это удобно. Это сразу видишь, какой ракурс? Блин, я завтра так же сделаю. Короче, смотри. Осталась последняя карточка. Давай. Осталась последняя карточка. Очень классная песня. Давай. Смотри. Погнали. Думаю о тебе, мысли о себе не сдерживай. Какое слово было до этого? Мечтаю меня, я хочу тебя, мысли. Какое слово было, когда я показывал? Ну, а что я сказала? Сказала «думаю», а я думаю. Сказала «думаю».
Но слово «думаю», а еще есть слово «мыслю», «мечтаю», «мыслю». Не-не-не, вот с корнем «думаю». Думаю, думала. Думала, думала, думала. Ты хочешь меня. Ты меня хочешь здесь и сейчас. Не забывай про слово «думать», оно важное. Думала ли я? Думаю. Думать. Да блин, я не понимаю. Сейчас подсказки пойдут, уже подсказки пошли. Я не смотрю, не смотрю, не смотрю. Правильно. Я не вижу даже отсюда ничего. Думай, ты. Подскажи первое слово, кто поет? Эх, если так скажу, ты сразу отгадаешь. Сосо Папиашвили. Сосо Папиашвили поет? Да, да, ты знаешь эту песню, ты ее в караоке, наверняка, если не пела, то слышала, как ее поют мужики. Там есть слово «думать», но оно не совсем «думать», а... «Думать! Выдумать! Выдумать! Хочу тебя сегодня выдумать! Точно! Хочу тебя сегодня выдумать! Что ты такая у меня!» В общем, поняла-то, да? Все, я... Ну, ты мне подсказал, Тимур, я бы не отгадала. Ну, я... ты же мне тоже подсказывала. Ну, поэтому... ты мне подсказывала. Да, ты мне подсказал, потому что я думала, что это моя уже песня. Ты меня уже подсадил на мои песни. Я уже... А я вспомнила, знаешь, у меня есть такая песня «Одна ночь». Там такие слова. «Мысли о тебе не сдерживай». И похоже. «Мысли о тебе не сдерживай». Я сказал, хочу тебя сегодня выйду. Хочу. Точно, точно. Точно, точно. Ну что, а получается, что я проиграла? Почему? А у тебя, по-моему, еще одна карточка осталась. А, давай. Какую-то мы не использовали. Третью не использовали. Давай. Давай. Показывай. Показывай. Давай. Сейчас. Не хочу портить. Не хочу портить никому жизнь. Цветы. Пахнет. Как вкусно пахнет. Ай, так классно. Орхидеи, я купила себе орхидеи. Мне принес их доставщик, хоть и карантин. Что нет, это? Нет, 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 нет. Я думаю. Нет, не хватит думать. Мыслей нет в голове. Что это бессмысленно? Что? Чайный пакетик макаю я. Что? Мне. Ох, боль. О, боже. Боже мой, о боже, любовь. Вот смотри, слова. Да, не говори, не артикулируй. Боже. Боже мой. А я. Мне. Бью себя, да, хорошо. Любовь в моем сердце. Я, да, что это? Палец дымит. Что, цветы? Луна, луна, цветы. Ах, я так рада цветку. Что? Я не знаю такую песню. Цветок и нож. Цветок и нож? Виагра? Нет, цветок есть такое слово. Цветок, да. А какой цветок? Да. Какой цветок? Какой цветок? Какой? Придумать? Ну, непонятно. Да. Забытый цветок. Забытый. Да! Что это? Забытый. Какой? Еще какой-то забытый. Забытый цветок, да! А что это? Забытый цветок моей любви. Да, ну блин, ну да! Ну что? Не подсказывай. Я забудка, мой любимый цветок. Да! После поцелуй будет самым гуким. Да. Да, да, не забыл. Господи. Господи. Мне подсказали. Я признаюсь честно, я должен быть честным. Мужик должен быть честным. Ты подсмотрел? Да, во-первых, я должен признаться во многих вещах, но у нас мало времени. Я признаюсь только в том, что мне подсказали. Потому что вот так по экрану. Не забудка, не забудка, не забудка, не забудка, не забудка полетела. Потому что
меня дурачина. Я стоял про забытый цветок, думал, а мне тут незабудка, уточнись, человек. Ты понимаешь, а мне хорошо, что ты признался, потому что сейчас тут пишут, он подглядывал. Конечно, я признаюсь. Так, все, у нас тебе еще пишут, что ты крутой, и вообще огромное количество положительных комментариев. Спасибо вам большое, Тимур. Спасибо. Ты правда классный, офигенный. У нас мало времени, поэтому ты выполняешь задание, потому что ты проиграл. Итак, да, давай. Что прямо, прямо сейчас прорекламирую мое утреннее шоу в образе очень манерного парня с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Утренник с Бузовой. Давай. Значит так. Если каждый из вас по утрам просыпается, будет думать о том, что он будет делать в 14.00 каждый день, то тогда все с вами будет хорошо. Ваша кожа разгладится. Глаза откроются. Цвет волос будет естественным и невероятным, заблестит невероятно так, что будете каждый день спрашивать, в чем секрет, а я вам буду отвечать только одно. Смотрите, утренник с Бузовой. Тимур, спасибо тебе огромное. Спасибо большое. Я был рад тебя видеть. Ты получил удовольствие, скажи честно. Я даже получил удовольствие несколько раз за эфир и не хотел тебе об этом говорить. Вот. И скажи, что на час, вот на час, просто ни о чем не думаешь. Вообще, просто... час пролетел как одна секунда. Я даже не успела тебе всего сказать. А я не успела все спросить. Еще есть столько всяких прикольных штучек, но обязательно сделаем это еще раз, если карантин будет. Не хочется так думать, но, в общем, нам пишут, что мы крутые, Тимур, я правда тебе очень благодарна, мне безумно приятно, спасибо большое. Таина, пока. Оля, пока. Береги пока. Себя, будь здорова, и все, кто нас смотрел, будьте здоровы. Это самое главное, спасибо. Спасибо большое. Ну что, мои хорошие, вот и подошел к концу наш утренник с Бузовой. Огромное спасибо всем. Я вас люблю. Помните, что этим миром правит любовь. И давайте оставаться дома. Давай останемся дома, закроем все двери под светом неона в нашей атмосфере. И нам некуда бежать. Понимаете? Спасибо огромное Тимуру. Пишут, какие мы офигенные. Пишут нам спасибо. Спасибо всем, кто нас смотрит. Спасибо. Правда, для меня это очень важно. И как вы видите, сегодня был немножко другой формат. И дальше буду продолжать в том же духе для вас. Тимур, огромное тебе еще раз спасибо. Все, пошла читать комментарии. Люблю вас. И до завтра. С вами была Ольга Бузова. Утренник с Бузовой. Прямой эфир в моем Инстаграм.